Привет, холопы! С вами ваш верный слуга Орре Сама. И это обещанное видео в честь 1000 подписчиков. И да, я знаю, что подписчиков стало больше, но вводить в мое положение. У меня братья, сестра, школа, окончание учебного года и вообще всей школы. Так что, пожалуйста, простите за то, что это видео делалось так долго. Но ты же его сейчас видишь, значит, все замечательно. Мужик сказал, мужик сделал. Итак, подписчики управляют моей жизнью. И первый опрос, во что я оденусь, который был выложен в разных группах, победил вариант костюм Венди. Та-да! И да, предотвращаю вопрос, почему на мне нет шапки. Скажу просто, она большая, и мне в ней тупо неудобно. Следующий опрос посвящался тому, что я буду кушать. Тут уже нос в нос шли анигирки и лапша быстрого приготовления. Исходя из того, что мне будет тупо легче достать, я взяла анигирки. Получились вот такие вот анигирки, водорослей у меня нет. Что ж, придется есть ложкой. Как-то вот так. Если что, не солю. Потому что я не люблю рыбу. И креветки мне лень чистить. Но есть мы их будем не просто. Еще я устраивала голосование, что мне делать, и на случай, если вы выберете, чтобы я читала мангу или смотрела аниме, я разместила еще голосование по аниме и манге. И у меня сердца Пандоры, продолжает знать мое имя, стоят на равных. Что ж, в таком случае выбираю я. Я выбираю, пожалуй, предатель знает мое имя, потому что я как раз там, вроде бы, есть какая-то движуха интересная, и я хочу узнать, какие у Луки и Тока отношения. Так что, почитаем вот это. Та-дам! Вот эта манга. И, конечно же, мы ни в коем случае не можем забывать про анигирки. Кажется, они замерзли. Кстати, помните, я устраивала голосование, звать ли мне кого-то или не звать в кадр? Звать. Мир. Мира. Анигирку хочешь? Говорит невкусно. А нет, ест. С этой ложки теперь есть нельзя, конечно. Почитаю. Когда-то давно Хоцума частенько приходил ко мне домой в слезах. Что случилось? С тобой что-то произошло? Это просто возникло внезапно и непонятно откуда. Я сжег человека. Его глаз божий вышел из-под контроля. Чтобы защитить своего младшего брата, которого обижал хулиган, он крикнул в сердцах: «Исчезни!» И парень тут же сгорел. Кстати, вот хочу задать вопрос, заняться ли мне озвучкой манги или ранобэ. Скажите, окей? Вот голосование сверху. Что ж, на этом все. Я знаю, наверное, мало схалтурно получилось, но я действительно старалась. Просто мне очень много дел и так далее. Но, ведь, как видите, я постаралась сделать все, что было в голосованиях. Поставьте лайк, подпишитесь. Спуститесь в описание, вступите в одну из групп. Подонайте. Пока!